Приветствую, дорогие друзья! С вами Кейстример. Мы продолжаем наше прохождение Квизина. Итак, я думал, что улучшил свою кухню и могу готовить уже более сложные блюда. Оказалось, нет. Первое улучшение лишь увеличивает capacity, то есть возможность готовить два блюда. Для того, чтобы готовить блюдо более высокого уровня, мне нужно еще одно улучшение. Для этого потребуется хардвуд и еще что-то там. И еще косарь. Вот, пойдем добудем эти ресурсы. Мне кажется, это камень преткновения для развития. Я уже купил 5 столов, 5 стульев. В принципе, обслуживаю уже нормальное количество. Можно там 1000-2 делать за день. Не помню где, на первой, на второй локации необходимый ресурс. Так, ну это пока не то что. Так, вот это хардвуд. Да, это, по-моему, хардвуд. А, нет. Хардвуд, наверное, на первой локации. Сейчас посмотрим, если что, уйдем отсюда. Враги тут, конечно, жесть какие сильные. Ну... Не исключено, что мне просто нужны зелики, чтобы я мог спокойно подлечиться. Но зелики мне пока не продают, а рецептов у меня нет. Ну что-то не очень похоже, что найду здесь то, что мне нужно. Да, надо на первую локацию. Ну, соберем то, что лежит поблизости. Не пропадать же добро. Картошечка. Так, это жесткое мясо. Тупой бычок. Мочи. Мочи картошку. Это неправильный братейта. О, еще мисяу само по себе. Ну как здесь проскакивает? И всего один кусочек мяса. Все, надо уходить отсюда. Злой помидор какой-то. Он в меня чипсами кидает, а я в него тарелками. Ну, очевидно, что у меня должно быть все лучше. Так, ну все. Репортируемся. Пять грибочков. Ну, кстати, если тетка там, ну или кто там... Грибы просил. А 23 часа минус день.
Этому нужно не то, нужно не это. Спать тогда. Будем с продуктами. Двадцать первый день, уже 3 недели занимаемся рестораном. Ну, мяса у нас, кстати, предостаточно, и помидоров много. Так, насчет грибочка, это я забыл. Кому грибочки? Ну, так, яичко. Рис. Испортилось. Фигня. Не по, а какой выкинуть? Случайно приготовил. Так, тебе что нужно? Тебе какие-то помидоры. У меня такого просто даже блюда нет, притом оно с одной звездочкой. Да, вот, ему надо 10 грибочков. 5 я ему отдал. На логовику надо 10 отдать, а ему заплатил только 500. 9500 надо найти. Ну не понятно, это на первый же, на первом же этаже можно найти. Для карамеля я нашел. Так, ну вот эту руду я нашел. Остается хардвуд. Ну, это, наверное, на более высоком этаже. Это обычные деревяшки. Выбил яичко. Вот этот чувак опасный. Ну, все, в принципе, опасные. Видел, как он меня обошел? Я выбил из него сыр. И еще вкусные специи. Их надо не тратить сейчас на суп, а отдать чуваку, который что-то там делает какие-то зелики. Так, ну у этого кокоса. Кокосы мне, в принципе, не нужны. Поэтому он сильно не заморачивается. А что тут есть? Тут есть? Только проблема. Ясно, понятно.
испытание. Ну куда ж без него-то? Он, конечно, взять лопатку. Она чуть лучше ножа для вот таких сражений, где быстро надо действовать. Это уж, так сказать, поставить жирную точку в нашем противостоянии. Ну, конечно, только с этими справился, на те новых. И все, которые именно стреляют. Нет, чтобы поставить с жирным мясом, чтобы денег хоть заработать. Так, подлечиться. О, вот оно, жирное мясо. Ну иди сюда, тупой. На, вот у тебя сковородкой. Давай сюда. Перчик, получай. Ага, сразу перезарядка. Блин, ну как долетает, но мне ни хрена так не долетает. Ножиком поработаем. Ну где хардвуд-то? Но у меня этих не собрано почти. Ага, вот оно. Ну, надо на будущее собрать, сколько получится. Значит, 10-16. Ну, в принципе, уже должно хватить. Ну, сходим, посмотрим, что там. Если легко, соберем какие-то ресурсы. Нет, сразу в город. Не исключено, что здесь опять надо драться с петушарой. Да, не очень легко. Одним ударом.
О, жирное мясо. Он меня этим колоском бьет. Смешно просто. Ну все, в принципе, собрали. Достаточно. 26, 18. Ну халява еще где-нибудь есть. Так, не напряжно. Сейчас такую задницу забредем. Как он попал? Не, ну нахрен. Там еще будет этот петух. Все, в город. Курочка что-то забыла. Вот что она забыла? Ну хотя бы улучшить. Посмотреть, можно готовить нормальные блюда. Так, ну где? Это все? Два блюда со звездочками двумя? Ты прикалываешься, что ли? Как так-то? Ну а что это за фигня? Спать. Ну, откроем ресторан, поторгуем. Ну, я просто хреновую тучу квестов не могу выполнить. Типа там, пожарьте яйца, сделать яичницу. Она не может. С одной звездочкой там, какая-то фигня с двумя. Мне казалось, это все должно быть. А, вот жирное мясо надо. Так, и вот это. Офигеть, как я забил себе. Холодильник. Не пойми чем. Что-то празднуют, обязательно надо жирное мясо. Говорит, улучшаетесь. Ё-моё, это понятное дело. Улучшаетесь. Ну вот чувак, который варит зелик. Видишь, есть сварить. А он говорит, ну какие-то ингредиенты. Так, квест. Одной штучки не хватает.
Ой, жесть какая. Так, а тебе что нужно? Тебе нужен мед, вот этот вот. Сироп. Понял, понял, понял. Давай. Диета. Помидоры нужны. Что это за блюдо? Свежепорезанные помидоры, дольки. Отличная диета. Почему я это не могу сделать? Ну что это за такое блюдо, которое я не могу сделать? Так, этому грибы нужны. Мне просто сожрут жирное мясо. Мне надо его отдавать. Ну это Бискотти, по-моему, попросила. А ее нет. Ну ничего не поделаешь, значит придется продать его. Потом разберемся. Все, открываем ресторан. Просто картошечки, вот и нормально. Вот зачем ты идешь вот сюда? Сел бы поближе. Идешь еле-еле. Как нарезать помидор? Неужели надо что-то... Ваш острый суп. Конечно, жирное мясо надо забрать, мое. Ребенок тоже хочет жирного мяса. Ммм, 78 монеток. А всего там яичко с лапшой, наверное, или что? О, отлично! Сыпь, сыпь! А, они не параллельно готовятся, это просто очередь. Ну, бабки идут потихонечку. Так, острый суп. Нет места. Ну как нет места? Вот, освободили уже. Просто лапшички. Заварите роллтон. Жирное мясо, конечно. Курица с рисом. Ну, неплохо, курица с рисом.
Хорошее блюдо. Давайте определяйтесь. Вы тоже курицу с рисом хочу. Видишь, всем. Ну, кстати, рис скоро закончится. Вот отстой. Ну, неплохо, 1800. Время чаепития. А чая-то у нас и нет. Ведь яичко просто, смотри. Надо сказать, мы серьезный ресторан, мы такой не готовим. Только две звездочки. О, курица с рисом. Ну, определился? Просто курица. Это не хочу рис. Два косарика уже есть. Удивительно, что я не могу нарезать, блин, помидоры. Бесит просто. Ну что тебе, дядь? Жирное мясо. Ну 1003, наверное, у нас будет. Может, мы еще какое улучшение возьмем? Ну, только это улучшение как будто не приводит ни к чему. А холодильник улучшит? Сколько стоит? Сейчас. Острый суп. Это просто риса. Ну, ты переводишь продукты над с курицей. Картошечки, вот нормальный выбор. Сейчас будет время ужина. Сейчас солдатики подтянутся. Это отварите курицу. Бабушка. Острый суп. Все, время ужина. Курица с рисом. А тебе что? Жирное мясо. Как же без этого? Я думал, что тут можно какие-то позиции убрать из меню, чтобы сохранились ингредиенты, но что-то мне не получилось. А вот просто яичко сварить. Кстати, довольно похоже жирное мясо с обычной говядиной. Это иногда путают. Они говядину берут. А что это такое? Что это такое? А, он не хотел не заплатить? Вот падла. За это бить надо.
Можно даже сковородкой. Очередь. Быстрее, быстрее. Картошечка. Неплохо, 3 косаря уже есть. Может, какие-то блюда появятся после того, как у нас будет общий левелап. А левелап будет после того, как мы налоги заплатим. Но все деньги, это надо несколько таких ходов, чтобы заплатить. Один кусочек жирный остался. Солдатик, наверное, закажет. Нет. Листочки салат хочет. Семьсот. Тоже салатик. Вообще надо уже закрывать. Жирное мясо, последний кусок. А вам что? Карамель! Ты одну единственную! А мне по квесту нужна. Не, ну... А сколько у меня этого мяса? А у меня этого мяса-то дофига. Смотри, говядина. Ну просто говядину готовите все. Все. Мы закрываемся. Сорян, солдатик. Четыре косаря. Спать. Надо. Что-то надо. А, уровень репутации уже 6. Двигаемся в сторону 7. Ну, спидран, кстати, нормально так. Больше 8 часов, явно. Так, какие есть улучшения? Это просто увеличивает capacity. Ну, это мне не нужно. А что можно еще тут улучшить? Холодильник.
Тоже капесить. А именно готовку как-то вот улучшить можно? Давайте посмотрим, что тут есть. Нет, как будто тут вообще ничего. Как пожарить яичницу и порезать новую мебель? А плотника нет, что ли? Зашибись просто. Конечно, вот она, эта тетка, это Оливия с 15 кусочками, которые ей нужны. Вот он говорит, 5 и 5 этих жареных яиц. Яичница глазунь ей нужна. А тебе ничего не нужно? А ты ничего не меняешь? Горшки продает. Не хочешь что-нибудь апгрейднуть? Ну, у меня вот бэкпэк неплохо уже апгрейден. Но дальше его улучшать очень дорого. Ну, значит, надо опять за ресурсами идти. Ну, выполним вот этому задание. Всего одна штука нужна. Вот. Tasty Space. Тогда деньги все налоговику отдам. Пять пятьсот надо. Ой, блин, я решил все отдать. Опять пойдем этих вонючек бить. Был чувак, который менял какие-то продукты, а сейчас его нет нифига. Было бы неплохо что-нибудь наменять. Там грибы получить, рыбу. Первый уровень пройден нормально. Ха, этот чувак. Говядинка. Бычок. Так, ну рис нужен. Рис заканчивается. Так, ну вот эта экзотическая фигня, конечно, очень сложно. Ну да, ну я и потерял хпшку.
Один кусочек. По-моему, на каждой локации есть лечилка. Я могу, конечно, ошибаться. Жесткая. Ну идите сюда, идите. Мерзавцы. Чё по кусочку-то даешь? Да, вот по три надо. Так, вот за этого чувака, может, специи выпадут. За него сыр выпадает. Неплохо, 4 штуки. Получил? Так, немного ресурсов. Вообще, это все оружие такое неудобное, что этот молот. Что ножик. У них такая скорость атаки. Просто ужас. Ну а за него что-то выпало? Сироп сладкий. А, вот еще специи, отлично. Так, ну хотя бы рис с курицей у нас есть. У нас есть говядина и рис с курицей. Сейчас, может, еще что найдем, если не напряжно.
Получил? Тарелка не может попасть. Сиропчик. Как-то мало сиропчика. Еще есть? Так, ну это испытание можно не пережить. Значит, домой. Сказано, денег не заработано за путешествие. Интересно, если еще деньги можно заработать. Помидоры. Может, ей просто целые помидоры отдать? Неужели она такая дура, что она не сможет их нарезать? Что-то мне подсказывает, что да, она недалеко. Нет, ей нужны именно нарезанные помидоры. А пацану нужна какая-то вообще экзотическая хрень. Что, спать тогда? По крайней мере, выполним квест со специями вот эти. Ветки. Что, спать? Говорит, я за тебя решаю. Ну, по-моему, столько муки нам не нужно. Так, погнали, посмотрим, может, кому-то что-то сможем отдать. Или поменять. Торговец. Так, у меня какой-то редкий соляное дерево. Он говорит, мне что-то там прислали. И вот на тебе. Так, ну этому грибы нужны. Так, а те что нужно? Уж забыл. Вот, тебе сироп нужен. Пожалуйста. Так, торговец. Щупальца.
У вас нету экзотических фруктов. Краба. Краба надо, краба. У меня 12 крабов есть. Так, картошечка. Мясо на сыр. Ну, в принципе, ну, у меня сейчас никаких блюд нет с сыром. Ну ладно, давайте возьмем. А, я обменял на крабовый, мне не хватает на щупальцу. Так, еще 13 надо. Да понял, я понял. Так, ну ты начнешь варить зелики. Ой, нет, не квест. Так, рецепт рамена. А, у меня его раньше не было. Так, ну что плотник скажет? Так, какие есть апгрейды? Вот что увеличивается? Количество блюд, которые можешь приготовить. А, это преп-тейбл. Блин, это преп-тейбл называется. Ё-моё, здесь можно... Здесь жарить, ну конечно, ну сковородка и преп-тейбл. Тут нарезается, тут жарится, ну конечно. Помидоры можно будет нарезать, яичницу приготовить. А мы все варим. Этот чел рассказывал, как он в тюрьме все через чайник готовил. В чайнике жарил мясо. У нас это тоже нестандартно. Все через котел этот. Бабок нет. Нет бабок. Так, ну а что делать? Надо открывать ресторан и заработать сейчас денег и взять это. Так, все, выкладываем продукты. Блин, так не хочется жирное мясо отдавать. У меня только острый суп. Вот это у меня есть. Ну давайте откроем. Сварите яичко. Вкусный суп, ну конечно. Там вот просто риса. Ну хорошо. Мне, чтобы рис с курицей брать.
За вкусный суп платят много, больше сотки. Опять вкусный суп. Жирное мясо. Вкусный суп. О, курица с рисом. Достойные заказы. Пошли. Лапшу кипятком, отлично. Сейчас сделаем. Острый суп. Лапша с яичком. Ну неплохо, ну хватит денег на улучшение. Натворите говядинки. Ну где время чаепития? Просто лапшичку. Тут заказываешь как нищеброд. Закажи нормально. Накасай сразу. Это места для нищебродов. Один просто рис взял, другой просто лапшу. У меня даже жирное мясо есть. Краба никто не хочет. Сварите яичко. Это пацан из обеспеченной семьи. Блюдо с двумя звездочками заказывает. Курица с рисом. Отличный выбор. В принципе, можно остановить работу ресторана, сходить, взять улучшение, чтобы день не закончил. Давайте это сделаем.
Надо дождаться, когда это ложку риса. Быстрее ешь. Сколько ждать? Тарелка кину сейчас. Быстрей, быстрей, быстрей. Надо успеть до 6. Видишь, тут еще... А, холодильник у меня есть. У меня места нет, что-то я ни хера не понял. Вот улучшение стоит. Чтобы нарезать нормально. Ну давайте заплатим. Восемь, еще надо. Ну кому там помидоры-то были нужны? Тебе сироп, тебе грибы нужны. Не испортятся эти нарезанные помидоры-то? Надо спать ложиться. Завтра придет. А у меня помидоры испортит. Почему нельзя поставить стол? Может быть, требуется ресторан другого уровня. У нас еще лето. Видимо, тут будет потом зима. Ну, вдруг требовался день на установку. А сейчас мы легли спать. Вот, Оливия, нет? Нет. Жирное мясо.
Поэтому какие-то вкусняшки. Ну. Так, а тебе что нужно? О! Простой салат. Для простого салата нужны какие-нибудь кабачки. Тебе ничего не надо, бисквоти? Короче, давайте посмотрим, какие квесты у нас остались. Так, ну основной квест — выплатить долг. Это еще 5500. Тут собрать всякую фигню. Лишь сироп нужно, 13 единиц. 5 грибочков. И пожарить яйца. Так, давайте посмотрим, сколько стоит улучшить кухню вообще. Не, апгрейд. Еще 200. У меня таких денег. Ну ладно, давайте здесь прервемся. Продолжим в следующей серии. Я, наверное, дочищу какими-то простыми заданиями. Чуть денег наберу. Чтобы меньше было всякой рутины. Ну и будем двигаться дальше. Да, по карте двигаться дальше крайне непросто. Все улучшения оружия стоят просто до хрена. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.